Еще раз я ее покажу. Пока ты друзья, всем привет! Всем зрителям, подписчикам моего канала. И вот занялся я казанкомобилем. Вот. Я до этого показывал вам эту лодку. Казанка с кабиной от автомобиля. Вот она, еще раз я ее покажу. В общем, так. Надо поменять форштевень. Вот. Вот такой форштевень уже заказали на мотоботе у Андрея Юрьевича Зверева. Вот он, готовый уже все. В общем, так, ну, здесь возникла такая, в общем, загвоздка. Лодка очень тяжелая, и из-за того, что здесь стоит кабина, ее никак не перевернуть, ничего. Поднять у меня тоже нету ни тали, ни лебедки, ничего такого, чтобы ее приподнять. И для этого я вот соорудил такой вот прицеп, тележечку, точнее. Для того, чтобы погрузить лодку на тележку, я использовал блочную систему, которая облегчила мне задачу. Вот. Но колесики вот эти тоже слабоватенькие. Это обычные колеса, такие маленькие продаются. Вот это вот каучуковые у них, это резина, блин. Вот. Слабоватые они для нее. Она очень тяжелая, очень много весит, блин. Я не знаю сколько, конечно, но очень, в общем. Ну ладно. Это суть не в том. Ну, вообще, эту тележку я уже давно задумывал сделать, потому что очень удобно. Лодку на нее погрузил и закатил там уже. Захотел, откатил там. Ну, дальше я ее еще усовершенствую. Потом это я все покажу. Вот, суть в том, что форштевень мне придется менять, под лодкой лазить. Вот еще. И также самолетик там вот. Тоже самолетик вот такой был здесь. Вот уже он, видать, тоже протертый. И его заварили, блин, и вместе с этим, с форштевнем тоже приварили. Ну, это я все уже оторвал, все это высверлил. В общем, так, вот я сейчас снимаю форштевень. Вот, ну, как обычно, пневмозубилом, то есть пневмомолотком с насадкой зубила. В общем, очень хорошо это все делается до тех пор, пока вот он протертый. Вот, как он кончается, все, уже это вот не пойдет. Тут надо уже либо дальше срезать его вот так вот, то есть вот эту часть усиленную, то есть убирать, и тогда дальше опять так же буду делать. Ну, в общем, все это сейчас покажу я, как это буду делать. Дальше я решил высверлить, потому что вот эта часть идет целая. Ну, не буду я ее срезать там, чтобы потом молотком срубать. Мало ли что куда-нибудь пригодится еще. Все-таки целая часть. Вот. В
Форштевень буду клепать по старым отверстиям. Постараюсь все это сделать. В общем. Итак, высверлил я здесь все клепки на вот этой оставшейся части. То есть вот так вот. И там тоже. Вот, сейчас будем ее снимать. А, здесь вот надрезал и пневмозубилом, то есть простучал, чтобы потом, когда будет отрываться, она здесь сломается. Вот. Сейчас теперь будем снимать. Совсем недавно нашел вот такую у себя монтажку. В общем, ржавенькая вся уже, заржавелая, блин. Ну, что меня в ней приглянуло, это вот этот вот изгиб такой. Похоже на кобру она, вот так вот, если посмотреть на нее. Вот. И вот ей будет удобно очень снимать форштевень, подковыривать. Вот и все. Старый форштевень сняли. Для того, чтобы попасть в старые отверстия на новом форштевне, я вот так вот маркером отметил. Вот так вот получается сверлить отверстие. Ну, так вот через некоторое расстояние клепки вставляю, чтобы никуда не сбилось. Вот. Здесь я поддомкратил домкратом, чтобы форштевень, ну, как можно плотнее прилег к корпусу, прилегал. Вот. Так, ну собственно вот все подготовлено, отверстия насверлены, также новый самолетик поставил, вот, тоже подготовил его, насверлил. Вот, самолетик также был заказан на мотоботе, вот. Сейчас это будем все клепать теперь. Итак, друзья, вот показываю, что все отверстия совпали. Вот, то есть все ровненько, все хорошо. Ну, есть вот кое-где вот тут вот в начале маленько ушло в сторону. И вот где-то здесь вот еще. Чуть-чуть. Так, начинаем клепать форштевень. Сейчас я мажу герметиком вот таким на Волгравит 630 его. И одеваю. Самолетик мы уже приклепали. Вот он на месте стоит. Вот. Так, клепки все вставил я. Начинаем клепать.
А вот он мой помощник. Цербер. Чё, ты помогаешь мне, да? Вот и все готово, друзья. Я его победил. Ух, до сих пор руки никак не отойдут, блин. В общем, очень тяжело в таком положении клепать лодку, так что никому не советую. Вот. Ну, если, конечно, только не такой случай, что вот нельзя ее перевернуть, ничего сделать. Только так, выход такой. Вот. Ну, а я всех благодарю за внимание. Оставайтесь с нами. Еще будет много очень интересного по этой лодке. Буду восстанавливать шпангоут, усиливать днище на ней. В общем, смотрите, оставайтесь со мной. И просьба помочь в продвижении моего канала, подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Вот, я с вами не прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.